Расскажите, как складывается сегодня ваши отношения с телевидением, радио? Вас что-то в последнее время не очень слышно. Вы Да чем-то заняты, ладно. каким-то мега масштабным проектом, или просто вот не приглашают, нет времени? Почему? Я так не считаю, что меня не слышно, потому как, вы знаете, совсем недавно мы праздновали новогодний праздник, и мои родители, они всегда очень трогательно смотрят и записывают каждое выступление по ТВ, которое происходит. И мама жаловалась: «Светочка, мы не успеваем переключать каналы». И я говорю: «Мама, то есть, понимаете?» Нет, нет. Я считаю, что на сегодняшний день артист, кто-то говорит: «Да, достаточно интернета». К сожалению, я так не считаю. Недостаточно интернета. Без телевизора и радио, без ТВ и радио, артист как бы это основная цепочка в связи между артистом и зрителем.